Представляем вашему вниманию высокопроизводительную мясорубку Huracan HKN-12M. Это профессиональный прибор, предназначенный для приготовления фарша из мяса, птицы или рыбы на предприятиях общественного питания или торговли. Мясорубка приводится в действие электродвигателем с набором шестерен, обеспечивающих плавное вращение шнека со скоростью до 190 оборотов в минуту. Это обеспечивает производительность в 120 кг готового фарша в час. Корпус прибора выполнен из алюминиевого сплава, лоток из нержавеющей стали, а мясорубочная часть из никелированного металла, что соответствует всем гигиеническим требованиям. В комплектации мясорубки входит стандартный режущий инструмент, загрузочный лоток, толкатель, купатница, дополнительный нож и решетка. Прибор собран из высококачественных компонентов, специально разработанных для профессионального использования. Мясорубка Huracan HKN-12N проста и надежна в эксплуатации, легко подвергается санитарной обработке, имеет небольшие размеры и отлично подойдет для предприятий общественного питания и торговли любого уровня.